Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Мы сейчас находимся у меня в ванной, и согласитесь, всегда интересно заглянуть за кулисье к своей подружке, к блогеру и узнать, что же находится в шкафчиках. Поэтому я долго откладывала это видео. И вообще, этот год начался именно с тех роликов, которые я давно хотела для вас снять. В прошлом видео вы могли видеть массаж лица с самыми лучшими техниками, которые я отбирала, наверное, можно без зазрения совести сказать, лет 10. И сегодня мы тоже поговорим про бьюти-рутину, мой утренний уход, потому что я только недавно проснулась и сейчас привожу себя в порядок. Как раз решила показать вам, что же у меня здесь находится, поэтому вы увидите сегодня все и вся, так скажем, всю мою бьюти-красоту и рутину, которая здесь находится. Начинаю я утро сейчас, вообще я пытаюсь вернуть режим с стакана воды, и при этом я бы посоветовала вам, и в принципе советую себе, так как я часто срываюсь со своих привычек, пить именно теплую воду, потому что она очень классно помогает отрегулировать работу желчного пузыря, а это в свою очередь влияет и на целлюлит, и на состояние нашей кожи, и на лимфатический отток. Поэтому всем доброе утро. Давайте сначала, наверное, заглянем в мою среднюю секцию, потому что она самая большая и самая интересная. Здесь у нас находится моя бьюти рутина касаемо уходовой продукции, и она очень сильно сократилась. Не просто так, а потому что я, наверное, для себя нашла именно те продукты, которые работают, и в целом сейчас стараюсь не заполнять свои полки для того, чтобы баночки не стухали, а именно пользоваться самым эффективным. И верхнюю полку у меня обычно занимают маски для лица, потому что я их использую чуть реже, соответственно, все, что у меня на средней полке и на нижней, это то, что я использую на постоянной основе. Первая маска стояла здесь слева, это Herbarian Milk & Peel Mask, одна из экспресс-масок, которая помогает мне быстро вернуть кожу лица на место, соответственно, если есть какие-то воспаления, убирает, выравнивает тон кожи, убирает какие-то шелушения, покраснения, в общем, она достаточно быстро работает и возвращает ресурс для кожи, и она из самых таких масок, знаете, которая по чуть-чуть делает все для меня и в краткое время. А вторая маска, я вам ее уже давно показывала, и это лишь значит то, что я не изменяю своим находкам. Они мне действительно подолгу задерживаются в рационе, и не просто так, потому что они самые эффективные для меня, когда мне нужен быстрый, надежный пилинг для лица, но при этом безопасный, потому что моя кожа любит именно гликолевые кислоты. Я использую такую подсвечивающую маску для того, чтобы убрать все ороговевшие, уставшие частички кожи и обновить лицо. Это маска Andalou Naturals, и она называется Pumpkin Mask с тыквенными кислотами. Что касается этой маски, это знаменитая Glam Glow, называется она Thirsty Mood Hydrating Treatment, и это самая лучшая увлажняющая маска из всех, что у меня были. Именно что касается баночек, она очень быстро лифтингует кожу, приподнимает ее, слегка охлаждает, и если я еду в отпуск, я всегда беру ее. В отпуске, конечно, мы не всегда наносим маски, но тем не менее, это вот если вы обгорели, если нужно, если переохладились, пересушили кожу, это вот быстрый тоже экспресс-эффект. Как вы поняли, я за такие вот именно рабочие действенные средства. Дальше мы поговорим с вами про тоже, кстати, Herbariano-овская маска. Я ее использую как альтернативу Glam Glow. Она у меня тоже стоит как запас, она, по-моему, еще не открыта. Здесь же у меня мицеллярка от бренда Биаре. На мой взгляд, она самая нейтральная, самая щадящая и не агрессивные павы в ней, видимо, потому что она мне не заставляет кожу, знаете, щипать или как-то себя дискомфортно чувствовать. Я очищаю ей, и также у меня вот тут слева стоят на всякий случай, если для съемок, когда нужны такие, как именно салфетки для умывания, например, с глаз убрать, тушь там под глазами и так далее, я использую именно их вот в рабочее, так скажем, время, когда делаю какие-то макияжи. Также маска, кстати, это из последних моих фаворитов, но также в долгую, то есть я нашла ее где-то год назад и повторяю раз за разом, бренд Holyland, и маска называется Lactalan Peeling Cream на козьем сыре. Удивительное, да, как бы рядом, удивительное сочетание, мне ее посоветовала подруга, и она действительно очень классно. Можно ее использовать в двух вариациях, либо дать ей, ну, нанести тонким слоем и дать ей высохнуть, и затем как скатку использовать. Мне такой способ нравится больше всего. Здесь у меня стоят эфирные масла для бодрости,
И также я решила как бы пересортировать весь свой уход, все свои полочки. И когда приехала из отпуска, я первым делом бросилась на амбразуру делать генеральную уборку. Поэтому все теперь стоит в одном месте. Это жидкость для Сенси Лака, самая обычная. Не знаю, если можете посоветовать какую-то лучшую, то посоветуйте, пожалуйста, два тоника. Я считаю, что это два брата-акробата, которые могу рекомендовать для всех, у кого капризная кожа, кому нужен такой чуть-чуть подтягивающий эффект или супер увлажнение. Это бренд Клэрс, корейский, называется Supple Preparation Facial Toner. И это Pre-Treatment Toner от бренда Гидропептид. Пептидная косметика, которая действительно работает. И это тот случай, когда внутри баночки содержится такой естественный защитный фильтр от морщин. Это вот очень корявым языком, но смысл в том, что пептиды направлены в зависимости от того, какие это пептиды, они будут направлены на разные воздействия. Вот здесь, ну, как бы, так скажем, натуральный ботулотоксин, но не вредный для вашей кожи, то есть также будет помогать расслаблять мышцы вашего лица и не давать на коже образовываться залом. Господи, чуть язык не сломала. Одна из самых лучших масок для губ по-прежнему считаю Laneige. И опять же, если вы мой давний подписчик, знаете, что я ее уже давным-давно рекомендовала. Вот я не знаю, сколько этой баночке лет, ее просто хватает на очень долго. Я могу честно сказать, использую не каждый день. Ну, когда мне нужно прям хорошее увлажнение. Есть еще одна баночка такая аптечная. Это мой личный лайфхак. Это ланолин. И его обычно используют мамочки от трещин на сосках. Это значит, что, как бы это ни звучало, да, но все мы девочки, это значит, что это абсолютно безопасное средство даже для ребеночка. И если совсем какое-то зуд, шелушение, что-то вот прям произошло и надо быстро заживить, я использую просто всегда вот этот вот Пурилан крем. И он у меня действительно спасает вот буквально за один день какие-то цыпки или еще что-то. Так что берите на заметку. Ну вот для губ я использую такое больше бьюти-средство. Ватные диски, ватные палочки. И вот эти диски, про которые я бы поговорила отдельно, потому что я вот недавно совсем снимала вам массаж лица в отпуске или в принципе где-то. И из бьюти-процедур, которые я делаю на дому и которые заменяют мне часто походы к косметологу, соответственно, экономят тоже время, я использую вот такие диски, которые уже пропитаны тоником, именно вместе с специальным аппаратом для лица. Я сейчас вам его тоже покажу. Аппарат называется Via. Я его посмотрела у Лены Перминовой и в декабре прошлого года, когда болела, решила себе заказать для того, чтобы возвращать свой внешний вид. Как я сказала, я стараюсь вернуть рутину, ну и делаю все потихонечку. Я занимаюсь спортом, занимаюсь фитстарс, занимаюсь, хожу на бадминтон и так далее. И я стала узнавать себя в зеркале. Не знаю, как, насколько это странно звучит, но, знаете, есть, видимо, какие-то черты лица, которые меняются со временем, и ты начинаешь как будто себя не узнавать. В общем, это один из тех аппаратов, которые на дому помогают очень быстро и эффективно, и главное, в долгу работать с кожей лица. Они абсолютно безопасны, это неинвазивные какие-то процедуры, на них не нужно много времени, и здесь есть три профессиональных режима. Опять же, например, на ЕМС я раньше ходила к косметологам тоже постоянно. Процедура довольно дорогостоящая, плюс надо потратить время, куда-то доехать, провести саму процедуру и так далее. И еще бонус конкретно от такого аппарата дома, это то, что вам можно сразу же выходить на улицу и не переживать, что что-то там покраснело и так далее. Все максимально безопасно и направлено на то, чтобы вам было комфортно. Хотя режимы достаточно интенсивные, я действительно чувствую воздействие и главный результат. Здесь есть три режима, называются Соник, это ультразвуковая чистка, которая помогает убрать излишнее масло, излишнее загрязнение с кожи лица. Если вам кажется, что вы тщательно умылись, просто посмотрите на подушечку, на вот этот вот пэт, который я использовала. Я его когда сняла, сначала было не видно, а когда я его сняла, я немножко офигела, потому что у меня кожа как будто, ну, я не умываюсь, хотя я очищаю кожу лица достаточно интенсивно, и если бы я делала это неправильно, у меня бы
а точно были бы воспаления, потому что у меня кожа склонная к акне, очень сильная, ну, вот буквально что-то не то использую. Здесь мне все подходит максимально, соответственно, я делаю просто дополнительную ультразвуковую чистку, возможно, это последствия там, после загара и так далее. В общем, я вижу, что у меня есть что очистить даже после умывания. И после тоника. Я делаю эту процедуру утром, просто мне больше нравится, но делать вы можете тогда, когда вам больше захочется, можно после каждого умывания, очищения. Но что касается других режимов, их лучше делать не так часто. Второй режим – это RF-лифтинг, наверное, всем известное сочетание. Опять же, очень многие ходят на эти процедуры в качестве такого естественного омоложения, для лифтинга кожи, для подтяжки. Я, например, хожу после BBL, еще прогреваю вот эти зоны, чтобы убирать отечность под глазами. И это способ делать дома и снимать эту отечность. И самое главное, после RF-лифтинга кожа вырабатывает естественными функциями, запускает как бы правильный метаболизм, улучшается кровообращение, вырабатывается эластин, вырабатывается коллаген, приливает кровь к коже и делает кожу более подтянутой, уменьшает пигментацию, уменьшает поры, убирает отечности и, соответственно, просто помогает коже выглядеть более молодо в течение долгого времени. Но это вот, в принципе, то, что касается RF-лифтинга. Чувствуете легкое нагревание во время процедуры, и оно не доставляет никакого дискомфорта. Этот режим тоже включается в конце насадки, здесь уже не нужны дополнительные пэды, но обязательно нужна какая-то прослойка с водной основой, это может быть какой-то тоник, или, как я использую, гидрогелевую маску, потому что, ну, по сути, это является проводником кожи, и это сделать нужно обязательно, чтобы была какая-то вот водная часть. И то же самое, нужна какая-то сыворотка на водной основе или гидрогелевая маска, если вы будете использовать следующий режим, он называется EMS. И если честно, у меня были разные аппараты, которые я использовала, но вот чтобы я чувствовала такую проводимость и такой эффект от процедуры, у меня такое впервые. Он, точнее, даже более чувствителен, правильнее будет сказать так, чем два предыдущих режима. Его можно делать не больше 2-3 раз в неделю, в зависимости от вашей кожи. Здесь есть, во-первых, элемент, в принципе, массажера, да, вот всем нам известного. То есть вы можете вот так вот щипывать кожу и убирать брыли, подтягивать кожу лица и также стимулировать мышцы кожи. Тем самым вы их тренируете. Как наше тело требует легкую тренировку, так и кожу лица. Если вы мышцы лица подтянете, да, если вы их восстановите, то вот кожа, которая склонна к обвисанию со временем, она также натягивается на эти мышцы и не будет никакого провисания. Поэтому, когда я нахожусь дома, мне такая дополнительная, очень приятная бьюти-рутина, от которой я вижу результат сразу. И на мне сейчас нету ни миллиметра косметики, и я думаю, вы видите, что кожа лица у меня выглядит намного лучше. Конечно, спасибо и отпуску, спасибо и массажу, спасибо и спорту. Тем не менее, я очень довольна результатом. Делаю я их обычно в один день, поэтапно. Сначала ультрасоник, потом я делаю RF-лифтинг, а после этого делаю EMS. То есть их можно делать одновременно, поэтапно, друг за дружкой. И, соответственно, получить такую прям салонную процедуру на дому. Тоже очень советую. И я не пожалела о том, что тогда себе заказала, потому что не лень пользоваться. Вы прям чувствуете результат, и главное, видите его сразу. Вернемся к полочке назад. Здесь у нас с вами обитают еще всякие кремы. Давайте начну, наверное, теперь справа налево. Это экстракт мангана, масло, которое я использую для ногтей, для ухода за ногтями на ногах и на пальчиках рук. Очень классное, помогает, обладает антисептическим действием, противогрибковым действием. То есть просто как уход классный и как увлажнение для ногтей считается лучшим маслом. Заказывала просто где-то на маркетплейсе. Тут же у меня еще есть новинка, которую я использую достаточно недавно. Я была на презентации For Fresh, и там были представители марки. Я их послушала, насколько круто они подходят к разработке своей продукции и в плане этичных ингредиентов, и в плане вообще фанатичности в хорошем смысле и отношения к своему делу. Мне потом в подарки досталось несколько продуктов от этого бренда, и я их попробовала. Это офигенная
штука, которая действительно работает. Она, по-моему, то ли на водорослях, то ли на чем-то. Это серум от припухлости. Очень мягкое такое воздействие. Гелевый продукт, тоже на водной основе. Быстро впитывается, классно подтягивает. И мне очень нравится результат. Я считаю, что у нас очень многие бренды стали делать не то, что не хуже, а в 10 раз лучше зарубежных. Поэтому я действительно вам эту марку советую посмотреть. Эта баночка, я думаю, не требует распознавания и особых комментариев. Это просто увлажняющий, интенсивный, я бы сказала, крем для лица, который не забивает мне поры, который подтягивает кожу, который делает ее более светящейся, что ли, то есть обладает таким эффектом. Ну, типа, вот как все говорят про сыворотку Дальба, да, вот, или вот Ля Мэр целый день делает кожу таким, такой блестящий, со светоотражением, как у американских там или зарубежных звезд. Короче, мне очень нравится эффект, и самое главное, у меня вообще нету никаких проблем с обезвоживанием, кожа действительно увлажненная. По поводу этого массажного бальзама я вам рассказывала в прошлом ролике как раз, и с помощью него я делаю массаж лица и ручками, какие-то более интенсивные, и также с помощью скрипка гуаша. Это, кстати, продукт единственный, который из массажных у меня не вызывает прыщиков, поэтому если вы обладатель такой же проблемы, имейте в виду. Также средство СОС от прыщей, которые я очень давно не использовала, кстати, это Эфаклар Дуо гель, но это также один из самых зарекомендованных мной продуктов. Он очень сидящий, он не содержит каких-то антибиотиков, да, как это бывает. И при этом работает в долгую, то есть он мне действительно спасал мою кожу лица на протяжении долгого времени. Обычно, кстати, я брала его с собой в отпуска, и также я брала еще гель для умывания. Здесь же у меня стоит баночка Клиник. Это продукт тоже от прыщей, который СОС средство, когда огромное воспаление какое-то, какой-нибудь рог вырос, Петя, Вася и так далее. Я с помощью ватной палочки наношу прям точечно на самый центр прыщика, и он действительно его помогает убрать. Тоже достаточно долго использую. Сначала продукт не поняла, а теперь она у меня стоит вот на страшный случай жизни. Называется Anti-Blemish Solution. Здесь же у меня стоит скраб для губ. Использую метко, но редко. Единственный скраб, который действительно скрабирует губы прям вот как надо. Иначе непонятно, зачем их использовать. В общем, у него есть такая прям классная абразивная текстура. Иногда можно себе позволить. Также у меня здесь два оттеночных бальзама, гигиенические помады. Когда я хочу там утром не краситься, а просто чуть-чуть, так скажем, поярче сделать глазки, там я просто укладываю брови, а для губ использую вот такой бальзам. Крем для зоны вокруг глаз от On Me очень понравился. Бальзам оставила Лешиной маме в Таиланде, и он тоже очень классный. Последний продукт на этой полке. И странный факт обо мне: я почти не пользуюсь дезодорантами никогда. То есть я за всю свою жизнь, наверное, менее 50 раз его использовала. Вообще не эту банку, а в смысле совсем-совсем. Я использую, когда какие-то важные мероприятия, но в целом предпочитаю не наносить ничего на подмышки. Я думаю, зависит, конечно, это от ситуации и от личных предпочтений, от запаха и так далее. Но это дезодорант, который у меня остался сквозь время. Он тоже безопасный, называется Копари. Я его заказывала последний раз на Озоне, по-моему. И он очень приятно пахнет. Кстати, у них есть разные ароматы. Это который с Original, да, наверное, называется, или Coconut Oil. Второй аромат там франжипани, он мне совсем не подошел, я прям им не смогла пользоваться. Так, раз мы с вами уже сюда заглядывали, давайте продолжим. Здесь у меня как раз расположен массажер. Если вы обратите внимание, рядом гуаша, а как раз магнитное кольцо от этого аппарата. Там же у меня находятся всякие штучки для волос, резинки, крабик, когда я убираю волосы во время умывания. В принципе, все резиночки я обычно храню именно здесь. А дальше пошла мужская рутина Лешина. Вот можете заглянуть, он использует вот такие продукты. Сильно мы тут останавливаться не будем. В общем, пришлось человеку выделить две полки. Там же стоит Клэрс. Естественно, это я подсадила его на этот крем, Blue Calming Cream, и сама его периодически ворую. Тоже очень классный, восстанавливающий гидролипидный барьер крем, и при этом он очень
такой легенький, подходит на любую кожу вообще. Так, с левой стороны немножко вам будет поинтереснее, потому что здесь стоит огромное количество запасов. Я сейчас поясню, что здесь к чему. В общем, эта полка посвящена просто, когда что-то заканчивается у меня там из геля для душа, скраба и так далее, я беру продукты отсюда. Здесь я также, когда покупаю по 2-3 каких-то продукта, которые знаю, что постоянно использую, тоже храню здесь. Это у меня скраб For Me от дочернего бренда Золотое Яблоко. Это крем с автозагаром. Давайте я вам его покажу, потому что он бюджетный, но при этом очень классный, дает загарный эффект и при этом увлажняющее масло. Называется вот так вот шоколад, body butter, можно сказать просто на Озоне, по-моему, на Wildberries, мне его подруга посоветовала, офигенный продукт, очень классный и ничуть не хуже, даже сказал бы мягче и лучше, чем другие. Это тоже в запасах с какого-то мероприятия маска, это тонизирующий, укрепляющий кондиционер от Turquoise, это виши, которые я использую, это один из моих любимых гели для душа, называется он Мико у горы Фудзияки от бренда On Me. Еще один shower, короче, гель для душа от бренда, я вам как-то показывала, тоже у них офигенные запахи, я, честно говоря, не ожидала. И гель для рук, который у них был в боксе, тоже можно заказать на маркетплейсе, бренд называется так. Он пахнет каким-то грушевым цветком. Я первый раз такое вижу в составе косметики, и он действительно вот прям покорил мое сердечко, так что когда все вот эти залежи у меня закончатся, я, наверное, повторю это мыло для рук 100%. Это шампунь, который я использовала в последнее время. Сейчас я вам покажу еще одну свою находку. Купила себе огромную бадью. Гель для душа, это один из моих любимых бальзамов, который заказываю на iHerb от Avalon Organics. Это не бальзам, а даже такой очень плотный массажный крем с маслом шиповника и Q10. Очень классно помогает от растяжек подпитать кожу, поэтому если вы в поиске такого продукта, посмотрите, обязательно, может быть, у нас тоже где-то продается. Тут тоже из бокса какой-то гель для душа от Synergetic, просто стоит в запас, либо мыть руки, либо мыться. Не уверена, что он мне подойдет, не всегда подходит просто этот бренд. Это масла, и их тут H3, это антицеллюлитные лифтинг-масла, которые я буду использовать, когда у меня закончится крем, который стоит на полочках в душевой. Тоже какой-то скраб вообще непонятный. В подарках шел, но как бы скрабы я использую часто, поэтому он стоит, дожидается своего часа. Что у нас на нижней полке? Здесь у меня то, что касается автозагара всякого. Наверное, не буду здесь ничего конкретного рекомендовать, просто разные какие-то тоники, которые я пробовала. Ten Mist для лица, например. Это все, наверное, я заказывала из-за границы, поэтому долго останавливаться не буду. Запасная маска от Капус, которая помогает убрать желтизну на волосах. Это тоже эфирная свеча, которая, кстати, можно купить в Золотом Яблоке, которая помогает, если вы верите, а верить стоит в воздействие эфирных масел, просто на нашу функцию организма, то она как раз направлена на концентрацию внимания, на то, чтобы пробудиться утром. Я иногда просто на халат наношу себе вот ту баночку, которую показывала в соседнем отделении, чтобы взбодриться, когда не могу открыть глаза по утрам. И последняя, это маска Кутрин с серебряным оттенком, она тоже от желтизны на волосах. Здесь, наверное, все. Давайте перейдем с вами к поверхности у раковины. Здесь стоит все самое необходимое. Здесь как раз мыло для рук, которое я переливаю в красивую мыльницу. Это зубные щетки. Заказывала их на Wildberries. Мне подошла. Она такая жесткая щетина, а Леше не очень нравится. Паста, про которую я не знаю, стоит ли говорить. Японская паста Ora 2. Когда у меня заканчиваются все рассылочные пасты, которые попадались мне в боксах и так далее, я все равно возвращаюсь к ней, потому что, на мой взгляд, она самая крутая. Японская, с кремнеземом, у них есть профессиональная серия и вот такая обычная. Я ее привезла сейчас из Таиланда, увидела и не смогла удержаться кисти. И моя любимая свеча, которая продается в нашем магазине Fly Cloud Shop, она с ароматом кока-колы. Вообще она обычно стоит
у места пробуждения, то есть у кровати. Но сейчас, когда я убиралась, я ее поставила сюда, потому что захотелось этот аромат перенести сюда, а туда поставить Orange Blossom. Кстати, то, что у меня обитает под ванной, то, что я не устану вам рекомендовать, потому что это лучшее средство для расслабления, антистресс. Там от отечности помогает, можете брать любую, Epsom salt или английскую соль, или там магнезиевую соль. Это штука, которая выручает меня всегда в осенние периоды, в периоды хандры, не знаю, депрессии, переутомления, перетренированности и так далее. В общем, в ванной минимум 500 грамм нужно добавлять, поэтому здесь, конечно, вот такие вот пакеты самые выгодные, поэтому я их использую. Они у меня стоят под ванной, и там же стоит бытовая химия, которую я сегодня показывать не буду. Если надо, напишите внизу. Ну что, погнали с вами в ящики под раковиной. У меня, кстати, небольшая ванна, там 3,5 метра, то и меньше, по-моему. Но при этом я так все придумала, что у меня поместилось все, что я хотела. Здесь 3 отделения. В нижнем хранится грязное белье. Здесь у меня в этом отделении стиральная машина. Можете посмотреть видео про ремонт. А здесь у меня хранятся средства для волос. И также здесь Лешины какие-то средства, косметичка, набор для маникюра и так далее. Сейчас я вам покажу, что у меня обитает здесь. Здесь, понятное дело, мой любимый Dyson Aerobe, которые я использую регулярно. Еще у меня есть вот такой утюжок. Я считаю, что это лучший бренд для волос. Называется Cloud 9. Есть несколько других гаджетов, но я их храню не здесь, потому что здесь просто не хватает места. Две расчески, в принципе, они аналоги друг друга. Эту больше использую как-то, когда сушу волосы. Этой можно наносить какие-то продукты уходовые, шампунь, например, на волосы. Это японская щетка, расческа, которую я очень хотела попробовать. Внизу оставлю ссылочку, название, честно говоря, не помню. Здесь же у меня лежит термозащита от Капус. Я вам показывала штуку, которая безумно крутая для распутывания волос, для их уплотнения, для эластичности. Тоже не забивает мне поры и не вызывает прыщи. Хотя стайлинговые продукты – это вот моя боль в этом смысле. И постоянно у меня какие-то высыпания, поэтому у бренда Капус много прям классных продуктов, которые я могу рекомендовать. Это термозащита, ну, обычная термозащита. На ту черную баночку я оставлю ссылку. Еще не успела перезаказать, она у меня просто закончилась в Таиланде. Масло, которое мне очень понравилось от бренда Virtu. Купила сейчас тоже на Пхукете. И даже пока не открывала, потому что изначально заказывала с Озона вот такую миниатюрку. Healing Oil называется, очень классный продукт. И я тоже буду его использовать. В общем, допользую миниатюру и перейду к нему. Здесь же у меня расческа. Несколько одноразовых масок, этих шапочек, да, для того, чтобы маски какие-то интенсивные наносить. Флакончик К18, который я, если честно, как-то, ну, не прям расхваливаю, как другие. Мне не так сильно подходит этот продукт, но все равно почему-то покупаю, на меня реклама тоже действует, уже, наверное, раз четвертый покупаю, все, я говорю, не нравится, и покупаю. Это расческа, которую беру с собой в спортзал, и очень удобная, но, к сожалению, их сейчас не достать, только подделки, это Wet Brush, тут еще было зеркало, которое вывалилось, но все равно ее обожаю, она легкая и очень удобна в транспортировке. Так, что еще могу порекомендовать? У меня здесь лежит флакончик от бренда Y, называется Texturizing Hair Spray. Такой текстурирующий спрей, который я использую вместо сухого шампуня. Единственный продукт, который мне подходит, который делает прямо объем, который сохраняет волосы более чистыми, более объемными, такими, как укладка после салона. Я его рекомендовала несколько раз и показывала в фаворитах. Я помню, девчонки даже привозили мне из-за границ, когда ездили на подарки, наверное, раза два или три. Мне перепадали эти банки. Единственный плохой комментарий, который я о них слышала, не всем подходит аромат. Мне он тоже, честно говоря, не особо нравится, но я его потом на волосах не ощущаю. То есть он меня не раздражает, я попшикалась и из дома ушла. Вот, конечно, если я буду стоять в закрытой ванной, в закрытой комнате, может быть, меня он тоже будет раздражать. А так вот сейчас купила себе еще две банки дополнительно, потому что, ну, действительно продукт,
классный и мне подходит. Здесь лак для волос Redken. У меня вот такой малыш, использую я очень редко. Для стимера Steampot такое масло продавалось, я покупала молочко и масло, кстати, тоже очень прикольно, тоже не вызывает прыщей и для работы с теплыми, с горячими приборами хорошая вещь. Сейчас почему еще не дозаказала капус, вот этот черный флакончик, который я вам расхваливаю за 200 рублей, потому что у меня в загашнике есть еще и РНКО, он не так классно работает, но тем не менее он у меня есть, еще несколько продуктов. Рекомендовать, ну, наверное, буду показывать то, что прям рекомендую, а остальное уже, ну, не так интересно, вот, можно просто посмотреть. От бренда Organicals для классных зализанных причесок, для гладких пучков, хвостов и так далее, попробуйте бренд Organicals, убирает всякие торчащие волоски, глазирует как бы волосы, не сильная фиксация средняя, но опять же, как бы вы потом на следующий день расчесали волосы, и голова не грязная, и я считаю, что это бонус в современном мире однозначно, так что советую тоже от всей души, если хотите что-то такое попробовать. Отвлеклась и чуть не забыла самое главное, это моя бьюти-рутина, которая находится у меня в самом первом выдвижном ящике для удобства использования. Здесь у меня запасные полотенца для рук, для гостей и так далее. Маски. В последнее время очень полюбила маски от бренда Darling. Мне подружка сейчас тоже их надарила, поэтому у меня много. Но голубые, например, я у них попробовала голубую маску, не помню, как называется. В общем, я теперь избегаю все в голубом цвете от их бренда, потому что на нее было какое-то раздражение и высыпание. Все остальные просто превосходно подошли. Потому что у меня это частая история с тканевыми масками. Именно гидрогелевые советую. Здесь всякие женские штуки, мы их прикроем. И теперь, что касается косметики и бьюти-рутины. Мне удобнее всего хранить в таком хаосе, потому что я очень быстро собираюсь. Быстренько все обратно покидала и была такова. По сути, здесь все, что мне нужно на каждый день. Есть еще ящик с дополнительной косметикой. Иногда от сезона в сезон или от ситуации с кожей. Или просто от настроения я здесь что-то заменяю. Это пудра от бренда Hourglass в оттенке Dim Light. Тоже давно еще вам советовала. Сейчас купила себе во второй раз карандаш в 07 оттенке от бренда La Mer. Вот такого коричневатого оттенка. У меня здесь много косметики от бренда Crystal Minerals, потому что она мне подходит, не вызывает высыпаний. Все, что касается продукции для лица, в основном я использую именно ее. Это румяна. Тут же у меня, могу показать сразу, самый любимый хайлайтер, жидкий, я пробовала разные, пробовала от Pericon MD, у меня раньше были, и румяна в том числе. Еще у меня какой-то бренд Daniel, там, не помню. Ну, короче, сейчас у меня задержались косметички. Не потому что минеральная косметика или с более правильными составами, а потому что они лучше работают, чем любое другое средство, которое я использовала. Все очень просто. Хайлайтер советую в первом оттенке, такой оттенок шампанского. Не розовит, ну, очень классный натуральный вариант сияния на каждый день. И бронзер он один есть, там 0,3 оттенки, я им даже скульптурирую лицо. Мне очень нравится, на загорелой коже особенно. Их последняя новинка, но она запала мне в душу, я сейчас ее постоянно хвалю, может потому, что только недавно попробовала, может еще что-то, то показывала в Телеграме. Просто, ну, не знаю, хочется вам все самое хорошее передать, посоветовать, чтобы вы пользовались. Это консилер кремовый от этого же бренда в оттенке у меня 0,4 и есть в оттенке 0,2, им я пользуюсь чаще. Собственно говоря, это консилер, который мне заменил вот этот Giorgio Armani. Я только переживала, что он заканчивается, сейчас им вообще не пользуюсь. И там остатки остались, и все, я больше его не буду покупать. Тени на каждый день от бренда Vivien Sabo. Кто-то написал, что липнет века после того, как их используешь, ну как бы оно липким становится. Не знаю, я как-то так наношу, видимо, то ли припудриваю, то ли еще что-то. У меня с веком в этом смысле все в порядке. Наверное, я потом сухими тенями просто прохожусь. Это тени для век в таком коричневом оттенке, в оттенке шмуазе, или как-то так. Ну, короче, у них такой не красноватый, один коричневый оттенок. Мне очень нравится оформлять им контур губ, а внутрь добавлять вот какие-то очень ягодные полупрозрачные блески. Например, у меня в данном случае это блеск от бренда Divage в 0,4 оттенке, очень классный.
консилер в сухом виде, который всегда находится в моей косметичке, в любой, опять же, потому что это прям моя давняя любовь, если вы со мной не первый год, знаете, почему я их так сильно люблю. Им дублирую обычно какие-то жидкие продукты, если где-то надо, в Т-зоне, или если хочется такой макияж не в жидком виде, иногда просто использую его. Он очень классно, забыла сказать, маскирует всякие покраснения или воспаления, если есть, на крыльях носа маскирует красноту и так далее. Здесь же у меня от Анастасии Beverly Hills новый суперфиксирующий гель для бровей. То, что могу рекомендовать, если где-то, ну, если есть где достать, от Chanel очень водянистый, очень приятный тон. У меня не очень загорелая кожа, но при этом у меня оттенок medium plus, и он отличный, такой бронзирующий, как сыворотка, наверное, больше, и очень классно тушуется со всеми другими продуктами, делает очень такой холеный, красивый макияж, советую. Пудра подсвечивающая, если, например, мне нужно на съемках как-то классно выглядеть, просто тоже от Hourglass, у них очень хорошие продукты такого плана. Палетка сухих продуктов, которыми я могу продублировать что-то, если макияж, опять-таки, выходного дня. На каждый день сейчас жидкие продукты использую, не знаю, мне так больше нравится. Сори, что я ее не почистила, ну, как есть, как использую, так и показываю. Это продукт от Crystal Minerals, палетка «Зимняя сказка». Мне кажется, это самые универсальные оттенки, я их пробовала на Вики Ковке, и они ей тоже подошли. Пудра такая вот, знаете, когда быстро надо что-то подправить, от бренда Crystal Minerals, у меня их две, одна находится в сумочке и одна в косметичке, в моей обычной. Здесь палетка теней от Marc Jacobs, вот такие очень классные варианты для поволосковой техники заполнения, как маркер для бровей от бренда Divash, у меня в оттенке 01. Карандаш для глаз, ну, как бы то, что не особо останавливаюсь, значит, мне не особо нравится. Еще один карандаш для губ от бренда Stellary. Классные карандаши, кстати, тоже от Stellary, но это 15-й холодный нюд. Тоже то, чем я заполняю, если у меня какой-то коричневый контур темный, то внутри я заполняю каким-то оттеночным пигментом. Это от бренда Givenchy. По-моему, в 01 оттенке гигиеническая помада. Иногда на глаза наношу эту помаду, иногда на губы от настроения. То же самое от бренда Chic. Пигмент от Crystal Minerals в таком золотистом оттенке, жемчужные пуанты, очень классно смотрится. Ну и остальное это тинт для губ от Darling, только начала тестировать, вроде прикольный такой эффект максимайзера. И тушь от Chic, она мне не особо понравилась, я купила себе тушь от Gucci и скоро положу ее сюда. Вот, поэтому у меня здесь такая красотень. Последнее, но не менее интересное, это полочка, которая находится непосредственно в самой ванной комнате. Вы здесь уже видите крабик, который мне очень удобно использовать под маски, на мокрые волосы. Ну, там всякие технические штуки, типа массажные щетки, антицеллюлитный крем заказывала тоже на Хёрби когда-то, и вот эти вот щеточки для того, чтобы поддерживать гигиену кутикулы, ногтей и так далее. Также здесь у меня разные пилинги, гели для эмали, ну, для зубов. Один из пилингов Herbarian здесь стоит, и второй от True Alchemy. Это средство такое для подтяжки кожи лица, тоже с кислотами. Также здесь стоит от Dr. Brandt пилинг такой. Микродермабразия называется, ну, по сути, это такой как гамаш, что ли, очень мелкий для очищения ороговевших клеточек, гели для восстановления эмали для зубов, там у меня энзимная пудра от Julie Rhea, White Scrub, это продукт пилинг, который я сейчас тестирую для кожи головы с черным тмином, по-моему, да, и также лосьон для тела от Julie Rhea. Это тоже такой дочерний бренд Crystal Minerals. Очень их люблю, доверяю, поэтому часто что-то использую у них. Без такого, знаете, без переживаний. Кого ж? Я хочу сделать целый выпуск, потому что сейчас появились моющие кондиционеры вместо шампуня от Капус. Поэтому сохраню интригу, расскажу потом свой отзыв. И последняя полка, здесь у меня шампунь, гель для душа, тоже тот же от бренда On Me.
Это лэбловская маска, посредственно, кстати, не знаю, почему ее так сильно хвалят, для волос. Лореалевская, на мой взгляд, получше. Кондиционер от Lanza, Manuka Honey, очень классный. И купила себе огромный шампунь с коноплей от бренда, ну, я уже его назвала, короче, балансирующий, и говорят, что там эфирные масла, очень успокаивающие и так далее. Я конкретно его еще не пробовала, но купила большую бадью, потому что попробовала альтернативный для чувствительной кожи головы, и он мне очень классно подошел. Я прям чувствую, что мою волосы, но они остаются не сухими. Это для меня было очень важно, поэтому доверилась, купила бадью. И от бренда Смородина тоже попался в боксе неплохой шампунь, натуральный. И у них такие классные банки стали. Я вот посмотрела, у них тоники, прям, знаете, такие. Хочется сказать слово элитное, но звучит это ужасно. Ну что, друзья, на сегодня это все. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск и вам тоже интересно было заглянуть ко мне на полочки. Не зря же я делаю генеральную уборку. Я еще хотела спросить, есть ли у вас какой-то интерес заглянуть ко мне на полки в шкаф на кухне или с одеждой. Если да, то ставьте лайк этому видео или напишите в комментариях, как вам больше удобно. А мы с вами увидимся в следующее воскресенье. Обнимаю. Всем прекрасного настроения, прекрасного дня. Я вас очень люблю. Пока-пока.